Hi, Metalhead! Приветствую тебя, Metal TV! Сегодня мы рассмотрим, как я обещал, сплит Angel of God в стиле Death Metal Old School. Последний EP 2000 года. Этот проект RIP уже 18 лет, как... Или 17? Ну, 18, можно сказать. Так, и значит, CWD проект. Вот, в стиле прогрессив Death Metal. Вот, сейчас мы поставим кассетку. Этот сингл я издавал на Cool Minis Records в формате CD-рки. Там сплит тоже с Torn Apart. По-моему, и с Angel of God тоже, по-моему, там другая версия немножко ремастерированная. Вот. Ну, что, ставим. Вот, воспроизводим. И все. На моем... Ну, понятно, это я не издавал, по-моему. На кассетах у меня этого нет. Вот, ну тут тексты. Тексты CWD тут только. Вот это Split Angel of God. В стиле Death Metal. Ну, конечно, индийские качества лучше, могу сказать. Он так пишет, как-то странно. Это под лейбл Depressive Illusion Records, Vibrio, школа Records. Вот. Ну, вот у меня еще кассета есть. Вот, я записал на МК-шку. Ну, точно такая же. Angel of God — это мой лично проект. Тут я все сам. Соло-гитара, ритм-гитара, бас, вокалы, барабаны программировал на Lesis электронные, конечно. Вот, кстати, Молох проект этого моего хорошего знакомого. Ну вот, у меня еще осталось две обложки. Вот. По этому альбому еще две обложки. То есть у меня получается всего 4 копии на кассете могу сделать. Ну, кассеты у меня есть чистые. Я их раз в полгода перематываю с одной стороны на другую, чтобы они не размагнитились. Для тех, кто не знает, как надо с кассетами обходиться, надо раз в полгода их перематывать. Вот, например, полгода, если не слушаешь А, полгода прошло, перемотал на сторону Б. И так на протяжении можно, ну, не знаю сколько лет делать. И кассета не утратит свои, не размагнитится. Ну вот, и тут еще обложки на мои, да, издания. Вот. Ну, слушай, время есть. Дальше я издал этот проект CWD уже EP-шник в стиле промо. В этом проекте все инструменты, кроме барабанов, это я на вокале Родослов. Тексты он доработал, тут текст на русском языке, а EP-шник я уже издал на английском языке полностью. Тексты все мои. Что здесь Angel of God, что CWD, да. Я пишу стихи, да. Афоризмы, аудиокнижки, да, вот еще есть у меня. Так что без дела я не сижу. Идей много. Я их воплощаю.
Этот альбом, кстати, есть у меня полностью, ну, в хорошем качестве, конечно. Тут, конечно, на кассете качество какое-то у него немножко какое-то убито. Может, головка у меня не подстроена под тот формат, что у него он там пишет на Denon, по-моему. Вот. Ну, я пишу вот отсюда, с CD на кассету, да. Могу вот писать, у меня тут CD-шник. CD на кассету могу писать, 5 дисков. Могу с кассеты на кассету переписывать, все работает. Надо все смазывать, протирать спиртом чистым, медицинским. Не пить его, блин. А это самое, протирать. Вот. Третья тема. Так, да, мощная тема. Так, давайте тогда я вам включу с той стороны, что у нас там. А, с той стороны надо что тему включить, послушать вам дать. Ну, CW, в принципе, есть у меня на моем канале эта песня. Так что... Да. Я уже забыл, слушал. Ну, по-моему, слушал, да. Ну, то кассету надо было маленькую брать, потому что тут получается миньончик, три песни коротенькие, оно где-то, ну, можно на виниле сдавать, вот эти, знаете, мини-винил там. Сколько он там? Как это? Не ЛП, а эти, как он там называется. Короче, 7 минут чем-то, по-моему, длится. А этот миньончик, он короткий тут. Вот. Сейчас эту песню включу, хоть кусочек вам. Хоть минутку. Если успею, конечно. Да успею, еще время есть, еще у меня... Есть время, так сказать. Ну вот, так что все супер-пупер. Следующая серия будет посвящена моему лейблу Max Records и изданию Torn Apart дебютного альбома Mental Necroticism. Вот. Сам издат, да. Вот, последняя кассета у меня осталась. Тираж был небольшой, сколько ж он был? 10 штук, по-моему. Ну, зато он издался потом на этом, как его. Ну, и тут уже ничего нет, охренеть. Короче, наверное, не успеете его послушать. Ну, в принципе, на этом самом есть у меня на моем канале. Тоже есть эта песня с этой кассеты. Это издание. И также есть на Кульминист Рекордс. Также на Кульминист Рекордс есть же на Facebook. Там у него есть мои все мои песни есть на Bandcamp. На Bandcamp продаются. В принципе. А вот, сейчас может быть чуть-чуть какой-то фрагмент услышите. Песни. Ну вот, подписывайтесь на мой канал. Пусть события каждую среду, каждое воскресенье выходит очередная серия на моем плейлисте Metal TV.
посвящается металлу. Металлическим... За упокой! За упокой! Вся. Это посвящается песня СССР. За упокой СССР. Расстояние! Да, да.